Первым делом глава города предложил рассмотреть темпы работ, проводимых в рамках 185-го федерального закона. В этом году 6 многоквартирных домов Димитровграда должны быть капитально отремонтированы. Сегодня же будет назначена ответственная числа заместителей за каждым домом. И информация, и контроль будет осуществляться ежедневно. Это не говорит о том, что мы требует само собой, но и какая помощь от нас нужна. Потому что речь идет о людях, которые там проживают. Еще одна больная тема – ремонт проспекта Автостроителей. Претензий к работе подрядчиков много как по качеству укладываемого асфальта, так и по срокам выполнения муниципального заказа. Нарушения выявлены и городской, и областной проверками. Вчера объезд с министром был. Чем он закончил? Он подтвердил наши замечания, которые были отражены в наших предписаниях. Сейчас мы обеспокоены тем, что с теми темпами, которые они работают, завершение работ будет только у нас 3 ноября. Николай Горшенин распорядился жестко контролировать исправление всех недостатков и предупредил, что в случае невыполнения взятых на себя обязательств подрядчик не получит оплаты. Наталья Васильева, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.